Кто-то бегает, бляха-муха. А, кто это? Что за дичь-то, а? Тронадон какой-то. А, что за... фиготень-то такая? А... Приветствую всех на канале Мир Прикол в Геймс, на связи Александр Приколист, мы продолжаем выживать в игрушке Ark Survival Evolved, и я думаю, вы уже заметили на заднем плане, я плотик немножко расширил, ну и я думаю, в этой серии мы, так, мартышка, уйди, кстати, предлагали там имена ей, из запятых, да что ж это такое-то, блин. Стой. Вот, ну пока я, блин, как тебя это, как? Тик. Не-не-не, ты что там делаешь? Не совсем удобно. Посмотреть инвентарь, поведение, изменить группу. Действие, наверное. Пока так назову. Так. Бляха-муха, как-то странное название. Будет чуча. Пускай тут пока сидит. Кстати, по-моему, тут уровень, да? Я не знаю, что качать мартышки. Кстати, там какой-то плюс от нее есть все-таки. Она там можно отвлекать, чтобы она отвлекала или что-то она там делает. Шлем на нее, кстати, можно надеть. Во. А что, серьезно? Но шлема у меня нет, у меня есть вот такая шапка пока. Шлем я не делал, давайте. Так. Блин, прикольно. Так, и что? Здоровье я немножко прибавлю. Да ладно. Чуча! Бляха-моха. Ну-ка, вот такая она. Короче, шлем на нее можно одевать. Ну ладно, пускай пока сидит. Эй, ты куда? Стой. Нет, стой. Ну что ж такое с этим, блин, управлением, я не понимаю. Что за дичь? Как неудобно. Давай сюда. Так, что я наделал? Я сделал немножко стеночек, где-то они были. Давайте возьмем костер. Селитру не буду брать. Так, яйца пускай стоят. Лежат. Так, немножко потолков. Так, немножко стеночек сделал. И шкафы. Шкафы я изучил. Можно большой шкаф. Мне не хватает соломы, да? Сколько я могу? Давайте один хотя бы там поставим. Пока ни окна, ни дверь не делают, там потом все это нужно будет еще переделывать. Так, инвентарь. Возьму. Мне бы еще кроватку туда поставить куда-нибудь. Я кровать изучал. По-моему, я ее не изучил. Кстати, у меня, по-моему, уровень. Или нет? Так, давай вот так вот. Кровать где-то здесь. Была. Так, спальник. Либо я ее не изучил, либо... как-то странно. Ну-ка, если так. Кровать. Есть у меня кровать. Я почему-то не могу найти. Ну, либо просто не вижу. Где-то она прямо тут должна. Спальник, вот кровать. Что не хватает? Кожа, дерево, волокно. Так. Давай кожу возьмем. Волокно мы соберем, дерево мы тоже соберем. Поставлю там. Так, закрываем. Все, погнали. Погнали вниз. Ой-ой-ой-ой, ты что делаешь, блин? Расширил немножко, я не знаю, стоит ли дальше расширять или нет. Ну, расширил как-то вот так вот, пока плот.
Ну, я думаю, мне пока этого хватит. Так, отлично, залезли. Вот как-то нужно думать теперь. Наверное, где-то вот здесь я себе сделаю домик. А здесь... Да, кстати, парус я так и не понял, можно или нет. Кстати, у нас уровень. Два уровня я поднял, во. Давай здоровье. И скорость бега еще. Бегать мы будем много. Так, посмотрим, что на моем уровне открылось. По-моему, там как раз сушильный шкаф, холодильник, плавильная печь, верстак, инструменты. Деревянный стол нам не нужен. Книжный шкаф, термошкаф, кормушка, большая рама, большие ворота. То ли вот это вот, то ли... Вот, большие ворота. Блин, по-хорошему бы их поставить еще здесь. Вот куда-то вот сюда вот загонять. Наверное, домик я где-то вот тут себе зафигачу. Небольшой. Пока для начала, потом посмотрим. Так, по-хорошему лесенку, но лесенку тоже мне не хочется изучать. Потом заменю, возможно, на... Ну... На окна как-то все это дело. Так. Ну и все, у меня закончилось. Так, семерочка. Дальше. Берем вот это. Так. Блин, я думал, не ставится. Я думаю, пока мне вот этого... Блин, не дергайся. Пока мне этого более-менее хватит. Так, тут нужно будет спальник поставить хотя бы один. У меня с собой спальник есть. Вообще, по-хорошему, кровать еще поставить. Давайте поставим спальник, чтобы он был. Ну, а я не понял. Где у меня спальник? Ладно, пускай тут стоит. Ну что, сейчас добуду немножко материалов и, в принципе, шкаф поставим. И, наверное, отправимся в путешествие наконец-то. Куда, не знаю, хочу вон в ту сторону сгонять. Лучиков я не вижу. Поэтому сейчас добуду материалы и отправимся. Кто-то бегает, бляха-муха. Кто это? Что за дичь-то, а? Тронадон какой-то. Что за фиготень-то такая? Я такого не помню еще. Ну, он, короче, оглушает. Сейчас мы его добьем. Трогодон. Что за... Что за тварь? Так. На кровати возродимся. Что за дичь? Что это сейчас было? Какое-то маленькое овно. Так, скины, кстати, я так и не нашел, где отключаются. Блин. Так, на копье. Волокно, дерево, кремень. По-моему, у меня ничего этого нету. Так, глышом бегу. Блин, еле из дома выброса пришлось факел стоящий поставить один. Черт подери. Потому что ничего не видать. Вообще ничего не видать. Сделал, по-моему, три копья. Я надеюсь, на эту засранку мне хватит. Какая-то фигня. Где это она, кстати? Я долго тут копошился, у меня уже утро. Эта тварь здесь, нет? Офигеть, оглушает еще. Взять все. Где эта тварь? Что это вообще было, блин? Что за фигня? Так, давай. Так, шкаф есть, костер есть. Что-то я хотел еще. По-моему, я хотел кровать поставить.
Так. Ну и, наверное, все. Я не понял, где эта тварь. Неудобно, плот стоит у меня. Ну хорошо, хоть можно вот так вот залазить. Так. Первое, это я, наверное, тоже поставлю где-то здесь факел, потому что ничего ночью не видать. Так, что-нибудь загрузим сюда. Не знаю, дерево загрузим. Так, дальше. Нам нужен шкаф. Так. Почему тут не ставится? Я не понимаю, почему тут в этом углу не ставится? Что за дичь происходит? Может, от первого лица попробовать? Возможно, у меня куда-то улетает. Так, отлично. Это выкинь и поехали. Так. Так, все переложил. И долбанный костер. Да, кстати, на последнем слоте, наверное, не есть гуд держать. Куда-то вот сюда вот его поставлю. Так, мясо. Держать подзорную трубу, потому что ее могут утащить. Так, где у меня факел? Нет. Так, так. Давай половину. Это пускай лежит здесь. Это пускай нам немножко мясо жарит. Пускай испорченные. А, заберем. Все. Ну все, пора нам отправляться. Так, сбегал за чучей. А, будет это как. Ты плаваешь с нами, да? Будет юнгой, блин. А, так, и кровать. Не поставил кровать. Кровать хочу поставить, по идее, как-то наверху. Я не знаю, получится у меня или нет сейчас именно это сделать. О. Отлично. Получилось. Так, ну что? Так. Вот, как тебя удерживать? Управление. Так. Как отдалять, я фиг его знает, не помню. Ну, короче, блин. Так. Я надеюсь, не потеряю чучу. Давай, Юга, блин. Отдай, швартовые. Все, побежали. Поплыли. Ну, сейчас Юнга мой не улетит, я надеюсь. Так, понятно. Так, я чучу про сейчас про это, как про чебучу. А где чучу у меня, блин? Чуча. Где чуча? Где ты здесь? Только где не видать? Чуча, ты где? О, блин, сидишь туда. Короче, я не понял. Пираньи атакуют, бляха-муха. Ты какого уровня? Какого-то там. Черт знает какого. Офигеть! Тут еще эти долбанные пираньи. Такс! Покушаем мясо, заберем чучу. Нормально, хотя бы она не слазит, когда я плаваю. Так, я бы еще пиранью бы забрал бы, разделал бы. Все, поплыли. Кстати, лучик
Пойдемте к болоту, я не знаю, подойдем, посмотрим. Не помню, как отдалять. Как-то можно отдалять, немножко забыл я. Хотел сказать, почему у меня кровать на это. Внизу. Не, все нормально, наверху. Да, лучик есть. Причем это просто белый. Возможно, мы сейчас какие-то материалы просто заберем. Быстренько. Подплывем. А, дельфин, по-моему, да? Живой? Живой. Быстренько заберем, схватим и убежим. Но это, по-моему, белый луч. Который я, кстати, видел, по-моему, в прошлый раз. Так. Давай подплываем. Мне бы сейчас сразу как-нибудь... Ну, по-моему, там ходит... Да. Трайк ходит, поэтому я думаю, все нормально будет. Подбегаем, хватаем и убегаем. Заберем. Текс. Давай, садись. Все, погнали. Какие-то шмотки. Какие-то стрёмные шмотки. Ну, я опять же хотел в другую сторону, поэтому плывем. Так, а карту я могу так открыть? Так, карта. Плывем в район. По низу есть где-то 75. По правой стороне, по координатам где-то 80. Где-то вот так вот. Короче, куда-то туда. Так, плыву я тут, плыву. Нашел, кстати, возможность. Акула с каким-то бафом, я так понимаю, да, под нами. Но они не трогают наш плот, даже деревянный. Нашел возможность, как дело все это отдалять. Только управлять нельзя. То есть направление выбрал, плывешь. И все, зато можно обзор делать, крутиться. Так, и там он, по-моему, если я не ошибаюсь, зеленый луч. Он уже на месте. Поэтому сейчас разворачиваемся. Я надеюсь, меня никто не сожрет. Сожрать могут легко, блин, и чучу сожрут. Алло, почему так... А, кстати, да, если мышкой поворачиваешь, то тоже поворачиваешь. Ну ладно, сейчас как-то вот так вот прям швартанемся. Лучи, неплохо пособирать лучи. По-моему, я примерно прибыл, куда я хотел. Так. Офигеть. Вы видели тоже это? С неба упал динозаврик. И что-то мне подсказывает, что это кто такой-то, бляха-муха. Это случаем не вот эта гигантская тварь, которая... Да, титанодинозавр, бляха-муха. Это он. Но он, по-моему, не нападает, если его не трогать. Их всего на карте, по-моему, один или два. Огромная штуковина, которая разносит все на свете. Если кто-то его куснет, то это все, хана. С неба прилетел. Короче, нам вместе с лучиком его прислали, да? Так. Чертеж. Выкинем, а вот это все возьмем. Так. Причем эти вещи я не изучал. И, наверное, поплывем вон туда, вон, в загончик, либо дальше. Так, возьми на всякий случай вот это. Сейчас до плота доберусь, покажу, где я нахожусь. Так, нас никто тут кушать не будет. Отлично. Так, где я тут на карте? Вот, мне кажется, либо подальше. Но бобры, по-моему, вон там он вообще далеко. То есть, если по низу смотреть, где-то полтинник, а по левой стороне 70, где-то в этом районе. Я бы к бобрам бы наведался. Ну ладно, сейчас проплывем немножко, посмотрим, что там интересного. Так, я тут подумал, эти штуки может поставить как-то здесь, чтобы я мог забираться. По-моему, это рампа или наклонные крыши. Что это? Нужно хотя бы глянуть, кстати, вот так. Так, это что у нас? Это рампа деревянная.
Я пока вот так вот, как... Как они... Я ж смогу по ним забираться? Блин, я могу в них и застрять. Да? Да, нормально. Только я, по-моему, не с той стороны поставил. Ну, ладно. Их надо было сзади ставить. Ну ладно, хотя бы где-то поставил. Я надеюсь, это не будет мешать нам плыть. Все. Плывем дальше. Да, кстати, вот с управлением. Куда поворачиваешь, просто мышкой туда и плывет. То есть я, блин, это как стрелочками пытался управлять. Поэтому все окей. Все. Кстати, мы, по-моему, к этому загончику-то приплыли уже, да? Ну-ка. Да, вот как раз вот он. Давайте заплывем, посмотрим, что там. По-моему, это просто залив небольшой. Причем залив-то вон, а я плыву к острову, блин, а не поплыву туда. Кстати, блин, где-то вот здесь вроде как большая это, может быть. Вот так-то, если посмотреть. Я вижу только просто эти, как мегалодоны. А большой рыбы я не вижу. Текс. Должна быть огромная рыба. Сейчас попробуем еще посмотрим. Главное к ней не приплыть. Под текстуры залезли. Не, пока... Ну, кто-то плавает большой как будто бы. Да? Но это опять же не то. Я как-то к ним не хочу. Я примерно понял, где бобры. Так. Бобры. Вон там вот подальше. То есть плывем пока. А это вот остров травоядных был. Вот с той стороны безопасный остров. Все, плывем дальше. Так. Я вижу еще два зеленых лучика. И я не пойму, то ли залив, то ли что это такое. Да, он один есть. Попробовать его забрать. Опасности не вижу, потому что бегают. Но вот только не знаю, как туда залезть. Пока не совсем понимаю. Кстати, да, вот может по этому ручейку попробовать проплыть. А, но опасность есть. Спинозавр, по-моему, называется. А и он может сюда уже добежать сейчас быстренько. Ну вот маленькие твари пока. Какого уровня? Второго уровня. Ой, сколько маленьких этих засранцев. Так, а вот как туда залезть, я пока не совсем понимаю. Видимо, нам придется к нему идти. Не совсем хочется мне к нему идти, потому что, ну, он меня просто сожрет даже и второго уровня. Ребята веселые, довольно-таки веселые. Он, по-моему, меня уже заметил. Так, а как туда забраться? К лучику, к этому. Я пока не понимаю. Так, что я хочу? Пить, по-моему, да? Пить нет. Просто устал. Кто-то прибежал. Кто прибежал? Хорошо, хорошо, что я бегаю быстро. Не ори, мне страшно самому. Кто-то прибежал и мне хотел накостылять. Только что. Почему мне так жарко? Ладно, давай забираем. Я надеюсь... Не ори, мне страшно. Пахит...
На пахицерозавру, по-моему, так называется этот. Так, да попей ты. Седло, короче, я взял его, не знаю, нет, взял. Пахицератерий, по-моему, это... Ну, чертеж, давай оставим. Ну, я навряд ли буду его приручать. Я так не понял, кто меня там пытался сожрать. Возможно, как раз спинозавр. Вот этот. Так, все, погнали отсюда. Погнали. Вот он прыгает. Кого-то долбит, кстати. Он прям возле моего плота. Офигеть. Может убить его? Знаю, что они редкие, но... Четвертого уровня ни о чем вообще. Ну и опыт получим. Я бы еще копьями в него бы зафигачил бы. Не. Я, конечно, еще косой. Вон он уже убегает даже. Но он сейчас вернется. Эй, плот мой, не трогай, пожалуйста. Какого? Вау! Какого лешего ты на плот-то побежал? Он мне сейчас весь плот разнесет. Где он там? Ну, он сейчас и меня может сожрать, и чуть-чуть тоже. Так. Беги, 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 беги. Он может на кого-нибудь отвлекется сейчас? Где он? Да, он уже отвлекся. Маленький, уйди. Неудобно мне как. Так. Ну что, вы гопники привязались-то ко мне, а? Моху убил? Нет, не вижу. Так. Ну это хотя бы успокоился, перестал мой плот грызть. Так, что у меня со здоровьем? Поедим. Я не понял, в этой местности жарко, что ли, так? Так. Этот гоблин сейчас мой плод сожрет. Разбираем этих гоблинов. Что у меня по стрелам? 10 стрел, мне кажется, маловато. Так, а с чего мы их там делаем? Волокно солома. Давай немножко, не знаю, камня кремния. Но волокна я тут не вижу. Хотя вот. По-моему, ничем я не тем я занимаюсь, опять же, тут. Вон он прыгает, засранец. Почему мой плод пошел жрать, я так и не понял. Он кого-то там жрет, он все время кого-то жрет. Отлично. Ну, можно грохнуть. Его все равно же кто-то бодает там потихоньку. Попал. Да блин, чё так трясется-то еще?
Он опять пошел мой плод жрать, что ли? Бежим. Ну-ка. Он за мной не бежит, да? Фу, зато... Так, давайте еще, наверное, бега себе добавим. Это мне довольно-таки сильно помогает. Так. Наверх забираться бессмысленно. Наверх, если вот там вот как-то забрать, но опять же, это в окружную. Сейчас опять кто-то меня... Он лечится, что ли? Он быстрее нас? Интересно. Да, довольно-таки быстрый. Так. Сейчас Чучу сожрет, наверное. Но там у ней на испуг идет. Так. А почему только спальный мешок у меня показывает здесь? Он мне кровать, что ли, сломал? Так. Чучу вроде пока не сдох. Он мне сожрал кровать, сволочь такая. Кровать, костер. Да? Так. А плод-то целый? Плод целый. Короче, он меня тут понадкусывал немножко. Такс. Так. Чуча живая? Чуча вроде как живая. Так, все-таки нужно наверх забраться и попробовать его застрелять. Он стоит прямо рядом с нами. Ну пойдем попробуем, заберем. Ну-ка. А Чучу был убит спинозавром. Не видел. Видно, когда я сам сдох. Или вместе или одновременно со мной кого-то Чучу сожрали. Чуча. Ну ладно, будем. Бывает и так. Вон инвентарь Чучи. Это все. Погнали отсюда. У Чучи там ничего не было. Короче, сожрали Чучу, зря я взял ее. Нужно было сажать. А хотя на плотике тоже, видите, у меня даже кровать сожрали. Кто-то бежит. Кто это? Кто это? По-моему, раптор бежит. Так. А, причем, по-моему, альфа-раптор. Блин! Так. Я могу где-то там оказаться. Во. Блин, блинский. Сейчас попробую болт сделать. Я где вообще возродился? Быстрее вставай. Я не очень далеко. Бляха-муха. Тут от кого-то убегают эти. Ну-ка, можно вам карту посмотреть быстренько? Мне вот нужно оббежать это дело. Ладно, пытаюсь добежать без приключений. О, лошадка, пони. Ух ты, бляха-муха. Первый раз лошадок вижу. 6 уровня. Я не помню, на них нужно седло или нет. Ох, ё! Ох, ё! 3 раптора, да?
4 раптора, офигеть, хоть и первого уровня там. Пытается возродиться. Вот, по-моему, там вот это сейчас меня загрызли. Да? Подожди, мне куда-то вот туда вот. Странно показывает карта. Наверное, где... Не понял, куда мне бежать. Вот остров, а мне вот туда вот бежать. Я мимо него проплывал. Правильно? Правильно, ладно, попробую как-то добраться. Я не знаю, сейчас хотя бы болосы сделаю. Что-нибудь еще. Спинозавра все-таки нужно убить. Он сожрал чуть-чуть, блин. Так, сделал два болоса, сделал лук и 17, по-моему, стрел, или 12 стрел. Так, и черт подери. Ну, топорик, лук там, копье. А что мне еще на один болос не хватает? Камни, волокна, да? То жарко, то холодно, короче, задолбал он. Все. Есть, вот хочет еще. Давай, набей себе кишку. Сейчас все равно сдохнем, наверное. Так-с. Спинозавр, он бегает с кем-то там развиться. А я сдох на берегу. Вот я. Вот я сдох. Блять, все. Блять, все. Пока не понимаю, кто кого там жрет. Кто-то кого-то жрет, кого я пока не понимаю. Спинозавр, он кто кого-то тоже жрет. Мне, короче, нужно одеться. Мне нужно одеться. Я захочу кушать. Так. Мне бы сейчас спальник сделать, либо кровать в этом месте. Поэтому сейчас... Нет, нет, нет. Убьем дудошек ради кожи. Так, срочно одевай это, одевай это, одевай это, одевай это, одевай это. Так, я могу, спальник могу сделать, кровать, дерево, волокно и солома. Сейчас добудем. Так, я не понял, куда я впендюрил кровать, потому что, блин, у меня что-то какие-то лаги сет как... С подзорной трубой произошли. Что за дичь, я вообще не понимаю. Я никуда я кровать не поставил. Так, посмотреть инвентарь. Зажечь. Взять мясо. Я сюда выкинуть не могу. Так. Никуда я не поставил, блин. Так. Я могу как-то ее... Не совсем понимаю, как это все дело происходит. Слушай, пофигу, ставься здесь, хотя бы где-нибудь. Так, и поехали. Копья. Пойдем, посветлело, пойдем. Искать, где он. Я тут врезался с плотом. Тащить тело. Так это мы заберем. Пригодится мясо, кожа. По-любому он еще кого-то жрал.
Так, лучше я вот так вот буду бегать, потому что я боюсь сейчас меня. Где-то же он тут развлекается, его навряд ли сожрали. Так. Это, наверное, от Чучи, да? Да, бедный Чуча. Выкинем, нафиг не надо это. Так. Где он? Вон он развлекается. 4. Конечно, еще бы я попал бы. Главное, чтобы он не пошел опять плот мой ломать, а. Ему бы на нас пофигу вообще. Он там с кем-то развлекается, он всех сжирает там. Нет, не попал. Сейчас попал. Не знаю, добегу, не добегу. По-моему, не добегу я. У меня не так много брони, чтобы это как. А, я поставил не то на место, это как. А, чертов динозабр, блин, на кровати возродиться. Я же мясо взял, но я его не поставил. Давай, просыпайся быстрее. Уже обросли, как это, как абориген. Так, смотрите инвентарь. Мясо у меня на этом месте. Блин. Кровать. Так, сейчас заберем. Я его немножко отманил туда, куда мне нужно. Главное теперь забрать свои шмотки. Конечно, там все поломано. Кстати, попробовать починить. А залезть я могу только с той стороны. Кстати, вон там вон штука, которая опыт добавляет. Можно, кстати, попробовать еще и качнуться. А там что-то красненькое. Красненькое это что? Яйцо спинозавра? По-моему, это самочка как раз была. Взять. Бежим нафиг, бежим, 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 бежим. А, что ты приунул? А, он на кого-то там отвлекся как раз. Яичко я бы забрал бы. Главное, чтобы его никто не сожрал. Блин, блинский. По-моему, к нам бегут. Залезь, блин, залезь, сейчас сожрут. Где-то прямо тут бегает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, это Кронотавр бегает, блин, по-моему. Черепаху долбит там. Так, сейчас я немножко отойду. Тут пока черепашки. Тыкс! Ремонтировать, наверное, кожи не хватает. Так. Ничего мне не откусили вроде. А, где ты? Нет, мой плод не трогает, это явно. Кто тут сейчас такое было? Так, где у меня стрелы? Вон он бегает. Четверку говорю. Давай быстрее, блин. А. Что он так далеко убежал опять? Не, я знаю, как приманить. Тут сейчас не застрять бы. А, и не сдохнуть бы. Алло! Эй! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Яичко можно украсить. Давай, ты здоровье повышаешь или нет, ё-моё?
Я не знаю, что это. Яйцо спинозавра. Наверное, весит дофига. Ну, он далеко. Так бы, если бы рядом, он напал бы. Пойдем, отнесем. Я спер яичко. Для кого оно, я не знаю пока. Так, ну пригодится, я думаю. Так. 7 дней будет храниться. Так. А что мне требуется для того, чтобы броню починить? Так. Ремонт. Для починки волокно кожи. Угу. Волокно у меня есть. Кожа есть. Правда, мало. Так. Ремонтировать. Кожи не хватает. Для починки требуется волокно кожи. Давай. Все хватает, все нормально. Так, я не знаю, спинозавр. По-моему, он отжирается, тупо отжирается. Так. Я не знаю, пойдем попробуем. Еще. Блин, там карнотавр, оказывается, еще бегает. Или... Ну, похоже на карнотавра. Это, по-моему, не Рекс, это вроде бы как карнотавр. Мяса мало. Он далеко, далеко все время убегает. Но он быстрый, блин. Это вот что за существо такое? Барионикс, 6-й уровень. По-моему, эта штука хищная тоже. Барионикс. Черепашка. Погнал-ка я отсюда. О, рапторы. 8, 6. Да блин, залезь ты на эту. Что ж такое, а? Ну что такое? Раптора можно грохнуть, попробую сейчас. Не залазит. Рапторы тут мешают. Если получится на него. А, не получится. Я аж кинул прям ему в ноги. Так. 12-й уровень. Не знаю, забью, нет. Забил, отлично. Фух. Так, давай, нам нужно мясо. Все равно кожа добывается. Короче, я не пойду, поэтому... Ой-ой-ой. Не хочу я по... Так. Пока по этому ручейку я плыть не хочу. Что-то там. Причем вот эти вот бариониксы, по-моему, тоже набрасываются. Как Тед, как... Можно, конечно, всех их мочить. Кстати, запомним, где-то здесь вот как раз наверху, вон там вон, руины. И там можно будет... Так. Так. Там можно будет уровень... Взять заметочку и сделать себе уровень. Так, а что нам... Я еще одну кровать бы поставил бы. Волокно не хватает. Остальное все есть.
Ну как-то так, хотя бы сейчас выжил с этими долбанными. Блин, спинозавр то ли его сожрали, то ли убежал. Я вот не вижу его нигде, к сожалению. Вот тут что-то крутится. Какая-то акула, да? Только что какая-то горбятина была. Кстати, вон еще, по-моему, да, руины как? Да, с чемоданчиком раз. И с чемоданчиком. Где-то я вот здесь наверху видел. Ну-ка, 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 ну-ка. Увидел же где-то наверху. Либо мне показалось. Либо мне показалось. Ну, в этом месте точно где-то есть. Блин, ну он точно есть. Можно брать, допустим, когда динозавр качается, либо еще что-то. Так, ну что, где я там нахожусь? Я так чувствую, мне дальше туда, мне дальше проплыть. Вот это бляха-муха, это как... Черт, надо же вообще. Нужно еще посмотреть, что там по поводу плотика у меня тут происходит. По поводу плота. Да не, он не сильно погрыз. Меньше тысячи сожрал. Полтысячи сожрал. Ну, давай, давай, все. Как-то так. Блин, я не знаю. По-хорошему, можно вот, типа, домик сделать, загон сделать. Короче, загонять животных и забивать их здесь. Вот, ну кто-то... Кто плескается, блин. Ну, чё-то как-то это, как... Пока не знаю. Проплывем. Вон еще, я смотрю, лучик как раз можно будет забрать. Вот, но это будем делать уже в следующей серии. Кому видос понравился, не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на канал. Кто не подписан, делитесь видосом, это поможет развитию канала. Ссылка на плейлист, ссылка на группу ВКонтакте, где периодически халявные игры раздаются, будет в описании. Все, всем пока-пока.